Всем привет, дорогие друзья! С вами Алина, строительная компания «Элькем Япы». И сегодня я хочу представить вам самый популярный городской проект «Гала». Дорогие друзья, мы сейчас с вами находимся в самом центре города Мерсин, район Чифлиткёй. Именно в этом районе расположился наш городской самый популярный комплекс «Гала». «Гала» состоит из одного блока и планировок квартир 1+1 и 2+1. Наш прекрасный комплекс подойдет как для городской жизни, так и для инвестиций. Его популярность обусловлена тем, что это центр города, и в пешей доступности у вас все необходимое для жизни. Это множество маркетов, больших и маленьких магазинов, салоны красоты, фитнес-клубы, здесь школы, садики, университет. Также вы никогда здесь не соскучитесь, потому что в пешей доступности в 5 минутах ходьбы расположена одна из самых оживленных улиц города, улица Университетская. Здесь много баров, европейских ресторанов, кафе и ночных заведений. В комплексе «Гала» еще очень много квартир, но я сегодня покажу вам две самые интересные, на мой взгляд. В нашем комплексе есть планировки 1+1 общей площадью 60 квадратов брутто от 67 тысяч евро. Также планировки 2+1 общей площадью 80 квадратов от 80 тысяч евро. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, мы сейчас находимся на первом этаже комплекса «Гала». Я хочу показать вам уникальную квартиру 2+1 с террасой. Брутто 80 квадратов плюс 70 квадратов терраса. Вы видите, какой у нас широкий холл. То есть эта квартира достаточно просторная и удобная будет для всей семьи. Мы по заходе попадаем в нашу квартиру, это вход. Оказываемся достаточно в просторной прихожей. Справа у нас будет кухня. Здесь будет расположена зона отдыха, либо же столовая зона, как вам удобно. Как вы видите, есть два больших панорамных окна в пол. Отсюда можно будет попасть на террасу. Пойдемте посмотрим, сколько там места и как здесь можно все облагоустроить. Места очень много, здесь будет, я думаю, можно сделать все что угодно. Зону барбекю, поставить детский бассейн или же газон. С этой стороны также открывается еще достаточно много места. Из ваших спален будет также выход на эту общую большую террасу. Салон составляет 27 квадратных метров. Первая спальня у нас составляет 9 квадратов, прошу. Здесь вы тоже сможете выходить на террасу или же смотреть в окошко. Большая хозяйская спальня у нас составляет 17 квадратов. Достаточно обширная, сделана ниша под шкаф. Это очень удобно и тоже комфортно. Выведены уже все штробы под кондиционеры, проведена электрика. Также будет технический балкон, где нужно будет расположить кондиционер и стиральную машину. Ну и, конечно же, окно и зона для террасы. Если захотите, сделайте здесь балконную дверь. В этой квартире есть санузел, который составляет 5 квадратов. Дорогие друзья, мы поднялись на 12 этаж, и я хочу показать вам квартиру с видом на море. Пойдем посмотрим. Эта квартира похожа на ту, которую мы сняли на первом этаже. Такая же 2+1, но особенность именно этих квартир заключается в том, что они имеют два панорамных окна, что расширяет значительно пространство и делает вашу жизнь тоже прекраснее и интереснее, так как расширяет ваши горизонты. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается у вас из окна.
Здесь можно сделать обеденную зону и наслаждаться этой жизнью и прекрасным видом. Справа у нас будет кухня. Еще на верхних этажах не приступили к отделочным работам, но сделали штробы для электрики и сделали уже выводы под кондиционеры и батареи. Вот так выглядит наш коридорчик. Справа у нас будет туалет. Посмотрите, достаточно вместительный. Поместится вся семья. Справа, опять же, с моей стороны, у нас маленькая спальня, которая составляет 9 квадратов. Также открывается прекрасный вид. Подойдем сюда поближе. Здесь тоже можно увидеть море. И посмотрим, пройдем в хозяйскую спальню. Хозяйская спальня, я напомню, составляет 17 квадратов. Здесь есть специальная ниша под шкаф. В хозяйской спальне у нас есть технический балкон, где можно расположить стиральную машину и кондиционеры. И также, если немножечко посмотреть сюда, вы увидите море. Друзья, всего лишь 5 минут ходьбы, и мы с вами оказались на Университетской улице. Здесь жизнь кипит круглые сутки, но особая атмосфера царит и здесь вечером. Я вам рекомендую посетить эту улицу и посидеть здесь в одном из заведений. Много ночных заведений, много кафе, ресторанов, суши-баров. Вы не пожалеете, здесь царит особая атмосфера. Делайте правильный выбор, выбирайте Ильхем Япы и покупайте квартиры в комплексе Гала. В 10 минутах езды на своей машине находится Мерсин Марина. Это прекрасное место с большим концертным холлом. Лучшие бутики и рестораны находятся именно в этом месте. Также здесь есть Луна-парк, много развлекательных заведений, большой фитнес-клуб с видом на море. Друзья, это прекрасное место и находится всего лишь в 1,5 километрах от нашего комплекса «Гала».